Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий. Потестируем сегодня вот такого вот рину для прохождения через забор. Будем ломать заборы, если они там будут. Ну и сливать героев. Также мы будем тестировать вот такого вот некроса. Многие просят сделать повторно на него обзор. Как он будет себя показывать на битве гильдии. Тут, конечно, можно было вместо победного выпада доспех поставить, было бы неплохо. Но мне хватает и такой вот сборочки. У него будет цепелин с максимальной прокачкой на 9 скилл. Так. Также у нас на помощь будет стандартный ронин, на которого обзор вы уже видели. Ну и все остальные так, чисто подстраховать. Ну что, поехали посмотрим, с кем мы там сегодня. Бедные проходят, пока защиту снял. Так, Redbeard 354. Так, 354, 336, 355. Чего они эту всю расту берут? Что в ней такого интересного? 344. Вообще расстановка ни о чем. Так, 337. То же самое. Ну, давайте побежали. С парадиза начнем. Парадайз. Ну давайте ради интереса сейчас потестим. Не успел. Посмотрим, сможет ли Атлант слить пару героев. Так, не бежит. Хорошо. Сейчас мы ему слона поставим, чтобы была защита от стана. Тут у нас еще и Фрай есть, хорошо. Значит, попробуем слить верхних. Тут, в принципе, особо сливать-то некого. Так, вижу тотем. Вот так вот он включился. Смотрим. Так, Ронин там, по-моему, уже себя убил практически. Да, у нас остался Рино. Ну, вообще супер. Давайте так попробуем зависнуть. Отсюда зайдем. Конечно, лучше было начинать с Ронина, но ничего страшного. Можно было бы даже Атланта не использовать. Как видите, благодаря юнитам именно в такой вот расстановке можно свободно
одним накрасом все пройти. Так, побежали следующий. Вот аналогичная расстановка, даже дырочки вижу. В расте есть. Так, ну что, попробуем слить. Не успел добежать. Так, а тут у нас арест. Ладно, не будем играться. Можно, в принципе, через юнитов запустить, и накрас сам себя сольет. Ну, давайте тут начнем вот так вот с Ронина. Немножко, конечно, он не так забежал, но, в принципе, это не особо страшно. Ну, 40%, хорошо. Давайте запустим Рину отсюда. Так, вражеского выражая мы слили. Ну, нам, в принципе, уже ничего не мешает. Выпускаем. Ну, очень хорошо на юнитах каким-то летающим героем зависать. Именно с цепелином. Так, давайте будем побольше Рину использовать. Так, битва гильдии, Парадайз, мы уже все. Дальше у нас следующий топ. Так, что тут у нас? Анубис, стрелок. Ну, давайте попробуем тут разбомбить. Попали на Ареса. Давайте с другой стороны зайдем. Можно даже снизу зайти, в принципе. Будет более интересно. Так, 23%. Ну, давайте пускаем Ронина. Как видите, тут даже юниты выбегают. Не знаю, зачем даже я брал сюда Рину, бесполезные вообще. Можно даже без слома забора проходить их всех. Так, юнитов мы убрали, давайте пустим Афину. Ну или просто даже в
Ради интереса, попадет ли он в это здание одно или нет. Да, попал. Так, хорошо. То есть, благодаря питомцам можно свободно битвы гильдии без всяких проблем и шансов на слив проходить. Так, кто там у нас следующий? Редбир. А если сюда к этой команде еще взять дерево, ну, говоря, если там вместо того же самого Атланта, то же самое, без проблем затащите. Вот так вот, дырочный топ. Потерял. Ну, я... Нет слов, ребят. Вот вам. Правильная расстановка называется. Ну, сейчас просто зависаем на ворожае. Он будет себя подхиливать, а мы одновременно будем на нем свободно висеть. Девяносто 7%. Одна башенка осталась. Так, и кто у нас остался? 337, 336, 33, 36. Ну, давайте топа Спартаков еще пройдем. Давайте попробуем запустить Ронина сюда. Тут у нас Фрейя есть. Немножко опасно будет, но ничего. Чем больше у нее, смотрите, какая рава на одного Ронина. И они ничего ему не могут сделать. Потому что чем больше атакует его, тем меньше шанс, что его сольют. Особенно если будут атаковать его вертолеты. Вот смотрите. Что там? У нас осталось два здания. Три. Минута 22. Но благодаря тому, что здесь Фрейя есть, здесь есть стрелок.
97%. Они просто не могут убить Ронина. Все, осталось одно здание. Ребята, шанс слива очень минимальный. Вот так вот. В принципе, вот такая вот битва гильдий. То есть я показал вам, как можно питомцами свободно бегать, играть, на каких героях использовать. Поэтому качайте питомцев, качайте Феникс и Цепелина. Они, помимо того, что они вам помогут на подземках, также на лаве четвертой в прохождении, на битве гильдии можно с ними свободно, имея определенных героев, зависать и сливать топовые расстановки с топовыми прокачками, с топовыми героями, с мега донатами, там не донатами, то есть питомцы делают чудеса. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.